Песня называется, «Цой в Нирване», потому что так получилось, что сначала Виктор Цой написал в 1982 году, у меня на столе, кстати, «Песня «Электричка» ведет меня туда, куда я не хочу». Вот, потом через 10 лет, практически нота в ноту, сыграл эту песню со своим текстом Курт Кобейн из группы «Нирвана». Понимаете, понятно, что Нирван ничего у Цоя не врывал в интервью и не плагиатил. Просто они зафраншизили одну и ту же коренную песню. Вот сейчас мы попробуем это изобразить, чтобы вы поняли, я говорю чистую. Я не хочу.
ведет меня туда, куда я не хочу. Ведь электричество ведет меня туда, куда я не хочу.